торжественное мероприятие. Вручение ключей нового построенного дома для наших клиентов Равшана и Венеры. Хотим их поздравить с этим, то есть, событием. И для... Они очень долго ждали. То есть строительство дома — это момент такой, что ну, долгожданный. Они постоянно присутствовали, контролировали эти все вопросы. В общем, хотел их пригласить на официальное вручение ключей и разрезать ленту. Прошу вас. Поздравляем вас с вашим новым домом, уютным. Это вам подарок от компании Велдом. Вкусный торт. Добро пожаловать в ваш дом. Добро пожаловать. Ура! Ура! Проходите, пожалуйста. Венера, вот хотел вам задать пару вопросов. Как вы пришли к строительству дома? Когда вы решили построить его? Можете немножко рассказать об этом? Да, вообще мы думали, планировали года два назад. Вот, то есть мы в разные фирмы ходили, обращались. Вот, то есть, и пришли сюда. Все, вот нам то есть все разъяснили, объяснили. Деревянный дом нам посчитали, нас все устроило, нам все понравилось. Вот. Ну, как вообще, то есть быстро нашли общий язык, да? Да, с вот, ну, специалист Зоя нам понравилась, да, мы даже не ожидали, что менеджеры могут настолько все знать. Вот. Ну, квалифицированный специалист. Да, вообще, то есть мы даже иногда не понимали некоторые вещи. Да, сами не строители, не знаем. А почему вы решили загородный дом построить? Ну, вообще у нас мечта была такая вот, жить в загородном доме, в квартире не хотели. Я всю жизнь в частном доме как бы жила. Угу. Вот, и муж у меня, получается, он, ну, в квартире раньше жил, у него мечта была. Ну, и я тоже как бы хочу загородный дом. Хорошо. Ну, то есть в работе менеджера вы хотите отметить, то есть, наверное, ну, профессионализм кто-то. Да. Вообще удивил очень сильно. Понятно, ну, здорово, хорошо. А что вас устроило вообще, как бы в то время, когда строители, ну, приступили вообще к работе? То есть вообще работа строителей, как вам? Как отзоветесь? Тоже о нашей бригаде. Отлично. Ну, добросовестно, да, вот все как. Мы еще грешков бывало... не замечали за ними. Нет, мы еще бывало приезжали там, ну, после работы, как бы, просто, ну, посмотреть вообще, что здесь происходит. И нам как бы не грубо, ничего, вежливо объясняли, что как, что будет, что там они сделали. Какие-то моменты, если непонятно, допустим, да, были, вообще, да? Прям они тоже так прям молодцы такие, все четко, все разъясняли нам. Вообще. Да, как-то вот спрашиваешь, а почему вы так делаете, все, подробный ответ, вот это так положено, это так. Здорово. Все подробно. А как вы вообще ясно. Считаете сами? Качественный дом построен? Очень качественно. То есть качество работы вас устраивает? Вообще. Ну, здорово, здорово, слышать такие вещи. А какие вообще сейчас эмоции испытываете после того, как вы уже понимаете, что дом готов, то есть вы уже можете заезжать и жить в нем? Честно говоря, пока мы еще не поняли. До состояния этой эйфории, настолько, да, это еще... Ваши дети, наверное, тоже в будущем испытывают какие-то эмоции. Как-то ну, дают о себе знать? Ну, приходишь, вот говоришь, вот мы тут будем жить, там, Лаберса. Все, и настраиваем лучше. А вы порекомендовали своим родным, близким, то есть обратиться за строительством именно в нашу компанию Велдом? Наверное, обязательно бы к вам отправили. То есть никого других. Именно к вам, вы проверенные. Да. Ну, спасибо вам за отзывы. Ну, что я могу пожелать вам, то есть, дальнейшего обустройства, ну, чтобы вы обустроились в вашем новом доме, чтобы вам, то есть, в нем очень нравилось, было уютно и тепло. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо вам, спасибо большое.